Hello again. Hello. So it is the third part of our class, vocabulary. Vocabulary. Good. Vocabulary. Vocabulary. Это самое главное слово в английском, потому что это вокабуляр или словарный запас. Те слова, которые ты хорошо знаешь сама, без помощи переводчика, без помощи словаря. И надо зубрить эти слова, тут ничего не поделаешь. Vocabulary. Vocabulary. Oh, wonderful. Такая же история и с русским. Если у тебя большой запас, большой вокабуляр, vocabulary, русских слов, твоя речь в русском языке будет очень красивой, она будет гладкой, она будет продуманной, и тебя будет приятно слышать. Если у тебя мало слов в русском языке, ну, она будет, знаешь, такой, когда иногда приходится слушать мальчиков и девочек, там кроме слов «круто», «знаешь», ничего, в общем-то, не слышно. Поэтому надо слова каким-то образом запоминать. Как ты запоминаешь слова? Как я запоминаю слова? Да. Запоминаю слова. Вот тебе повезло, у тебя память, наверное, хорошая, и ты запоминаешь, но я прошу тебя обязательно завести свой маленький словарик и туда выписывать слово на английском, тире, и пишешь какое слово? На русском. На русском обязательно. И в следующий раз я попрошу ребят, чтобы они посмотрели на твой словарный запас, ладно? Сейчас я поговорю и продолжим. See you! See you!